Я просто начала снимать видео, потому что у меня тут, во-первых, два яйца вылупляются. Во-вторых, я давно не снимала про эту игру. А в-третьих, у меня завтра день рождения. Ну, у меня день рождения. Еще с моей племянницей вместе в один день. Когда мне было 6 лет, то она появилась на свет. А помните вот этот тренд? Если никто не смотрел, то тут мое видео покажу. Это тут. Так, где он, этот пупсик? Где этот пупсик? Где этот пупсик? Пупсик, где? Ну, серьезно, где пупсик? Куда вы пупсика спрятали? Может, пупсик на втором этаже? Так, пупсик. Случилось тут. А вот и пупсик. Сидит. Вот это тут. Мама, пошли в магазин, купим с тобой Дольче Милк. Дочь, ты мне достала. У тебя полный шкаф. Смотрите обязательно. Ну, мама. Все, с тобой нет, мойся только чистой линии. На, мойся. И что-то ей не очень. Это грустно, то, что она моется чистой линией. Ну, был дежет. И полетели. Буньк. Пошли, котеночек. Она такая, попу мыть, нужно каждый день. Попу мыть, даже если лень. Чистая она, теперь на полотенце нет нигде. Трусим, 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 трусим. Я вернулась. Катаем вот это вот на качельках. Сейчас так слушайте. Халя. Так, сейчас я хочу найти разговаривающего. Короче, сейчас будет небольшая история. Девочки, вот, смотри, что меня услышал. Смотри, у меня вчера в шкафу на втором этаже, пока спала, увидела сквозь сон, как оттуда кто-то вылез. Ну, может быть, кто-то переодеваться ходил. Нет, никто вчера лук не сменял. Я помню, все вот такой же одежде. Все вот такой же вот одежде. Все. Слушай, Люба, ну не мели ты чепуху, а? У нас вон два яйца вылупляются. Им трын трава все. Да они же еще яйца. Вон они. Их лучше в инкубатор посадить, пока они там несколько часов вылупляться будут. Я лучше вон черной магией позанимаюсь. А тут вот кто-то вылез. Представляешь, да, она вообще с ума сошла. Ей, вы тут еще... Так, не верь ей. Да она вообще, блин, кукухой поехала. Ага, все верно. Ей нужно мозги на место ставить. Ага, согласна с тобой, она вообще, блин, я ничего от нее не понимаю. Да правда, она дура какая-то. Вылезли из шкафа, не вылезли, без разницы. Никто мне не верит, вот на качельках лучше покачаюсь. О, привет, Люба. Привет. А ты веришь мне то, что из шкафа вчера кто-то вылез? Кто? Я не знаю, только какая черная рука вылезла. Сейчас я залезу в шкаф. Так, нужно посмотреть, что там такое. Вот, смотрите. У нашей вот... Вот этой вот... Так, где она? Вот она. У нее появилась сестра-близнец. Вот она. Так вот, какая она прикольная, миленькая. Сестра-близнец.
О, господи. Ну, вот так вот, в принципе. А история на этом заканчивается. У него есть продолжение. Вот наша напуганная идет куда-то не туда. Сиди, поешь. Пародия на Любу. Ой, она уснула со страха. Чем бы заняться сестре-близнец? Пусть тоже поспит пока. 5-6 минут. Да. Кстати, вот это вот, это по акции у нас было. Мне нужно было на 7-й день это яйцо получить. Захотите тоже скачать такое вот приложение. Лавелки древние. Ну, в общем-то, ребята, всем пока.